Приветствую всех на моем канале. 5 ноября, Одесса. Утро у нас сегодня началось с объявления воздушной тревоги в 09:08. Тревога масштабная по всей стране из-за взлета МиГ-31 Российской Федерации из территории Беларуси, Мачулище. Этот самолет – носитель ракеты «Кинжал». Вчера на Слободке в районе улицы Воробьева сгорела маршрутка. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Пожар был ликвидирован. Пассажиры успели выйти к приезду спасателей. Маршрутке, конечно, повезло меньше. Она выгорела полностью. А на Дерибасовской полиция начала запрещать устраивать сборище после 18:00. Тревога продолжается. Лучше пройти всем в укрытие. Берегите себя.